Так, время второй час, начало второго, минут 12. Вода прошлогодняя, аналогично, как это было в прошлом году, то есть выше на метр, чем нормальный уровень. Прошелся по берегу, пока ни одного выхода, тишина, ветер дует. Северо-восток, наверное. Точно не северо-запад. Решил подняться повыше. Воды больше, чем я помню. Ну, она была такая, но я в этих местах по такой воде не был. Когда я сюда первый раз приехал, вода была пониже чуть-чуть, сантиметров, наверное, на 15. Все острова. Алексей в этом году к тому острову, где сидит цапля, ходил. Сейчас туда только вплавь. Пока тихо, ветер слабый. Ветер слабый, солнечно, облака такие темные, уже прошли, на севере такие перисто-кучевые, может, к вечеру что-то и нагонит, но пока погода преотличная, просто преотличная. Осталось найти рыбу. Вот минут 5 назад, ближе к середине вот второй протоки между островом, вот этим первым и вторым, очень хороший был выход. Единичный один раз и затихло. Что-то плюхало здесь сверху, не очень крупное, но плюхалось. Время сейчас без 15, без 13, 2. Ждем. Ждем. Хариус рыба привередливая. Кормится по расписанию. И не всегда. Поставил я пока достаточно крупную мушку. Такой стимулятор. В прошлом году по осени был такой период, когда стимуляторы работали на ура. Выходов нет, а стимуляторы хариус выходил. И так как хорошо работали силиконовые ножки, я связал вот стимулятор с силиконовыми ножками. Пока его не опробовал, потому что осенью этот период стимуляторов он длился пару-тройку дней. Вот здесь вот я начал на них рыбачить, на этом месте. Поймал очень хорошего. Долго его пытался выманить. И в конце концов выманил. То есть ни мелкие, ни средние мушки он не брал. Взял именно стимулятор крупный. И взял сразу. И в заглот. Сейчас здесь протоки глубоко. Боюсь, что на остров я перейти не смогу. Ну, попытка не пытка. Начну я, конечно, с протоки. С протоки. Ну, там посмотрим. Пока что здесь не было ни одного выхода.
Тишина. Тишина, пока тишина. Есть у меня там вообще огромный стимулятор. 17 числа пару раз сработал. Рыба вышла на него, но не взяла. Возможно, слишком. Он был крупный для нее. Ну что, на остров я перебрался. То ли мягко говоря, нанесло туда дополнительные гальки. Или что, не понимаю, но перешел легко. Не так уж и глубоко там оказалось. Правда, забыл поляризационные очки. Так спешил. Ну, пока солнце не злое, можно и без очков. В прошлый раз бросать приходилось даже дальше. Есть мысли в следующий раз взять с собой резиновую лодочку. Потому что в некоторые места можно пробраться только на лодке сейчас. А место там очень интересное. И внешняя сторона, и внутренняя сторона острова. Стрелки. Время 15. На внешней стороне острова есть парочка выходов. Но один далеко, а один в пределах досягаемости. То есть выходит он редко. Редко. Да, ну вот здесь пошел напрямую и почти набрал воды. Чуть-чуть оставалось. Ну, прошел. Прошел. Да? Здорово. Да вот где-то здесь, на этих струйках, на первых. Не так уж и далеко, вроде бы. Попробуем. Попытка, не попытка. Ну давай еще разик выйдем. Покажись. Рыбка, покажись. Ага, вон ты где. Нет, не добросил. Добросил. Да, как обычно, рыбка хорошая.
Не супер-пупер, но вполне. Опа, и сошел. Да. Да, молодец. Этим здесь рыба славится. Крюк. Крюк, крюк, крюк. Ну вот этот тот, которого я, выхода которого видел от машины. Тоже не крупный, не очень крупный, но приличный. Грамм, наверное, по 400. Вот два выхода, две реализации. Но больше-то выходов нет. Красивый. Здорово, лягушонок. Отъехал метров 100, наверное. Увидел выход. Такой же, похоже, как и там. Грамм 400. Ну, здесь, по-моему, парочка стоит. Попробуем. Попробуем. В прошлом году здесь ловились, но мелкие. Угу. Попробуем сначала взять нижнего. Здесь стоит вот повыше один, а один пониже. Начнем с нижнего. Прохивиська еще разик. Притих-то, мой милый. Притих и не видно. Да. Вот ты где. Понял. Вот он. Вот он. Ну да, стандарт.
Стандарт. Не, дальше не пойдем, дальше глубоко. Ну вот. Снова не добросил, но мне казалось, здесь вот очень близко к струе они стоят. Вот он. Второй. Этот помельче. Ну, вполне ничего. Один в один. Так, теперь пойдем за нижним. Появись еще разок. Ну вот. Дрова, трава. Че тут только не плывет. Пока что не доморосил, это 100%. Ну что ты притих, мой хороший, давай, проявись. Вот он. Thank you.
В принципе, можно туда еще кинуть, попытаться. Ну, вот здесь еще один стоит совсем недалеко. Ну, в смысле, совсем недалеко относительно уже пойманных. Ну да, самый хитрый. Ну где ты там, красавчик? Самый хитрый. Ну, там другой. Или тот же отошел. Блин, у меня такой кочующий один. Вот он. О, этот резвый. Этот похож покрупней, да, этот покрупней. О. Нет, такой же. Ну, это очень ретивый. Очень ретивый. GoPro. Ну, вот отъехал еще метров 150. И снова вижу выходы. Ну, два. Один очень близко у берега. Второй подальше. Попробуем. Ну, здесь нет такого кормления, выходит, ну, с перерывами, с большими. Ну, попробуем. Что нам? Мы ждали. Да, вот он. Здесь поймал одного, видел три выхода, один слишком близко у берега, на отмеле вышел два раза, пока я был далеко, подошел, место не помню, он больше не выходил. Один выходил у берега под кустами,
бросал апстрим вверх по течению. Было две атаки, но не взял ни разу. Попытался бросать напротив. Ну там расстояние метра, наверное, 2 от берега. И чуть выше него поднялся и пытался бросать. Но он больше не выходил, и атак не было. Где-то выходит, где-то нет. 18:01. Хорошо. Время 18:01. Ничего здесь пока особого не вижу. Был один выход далеко. И он в конце хода практически. Пытаемся, но скорее всего надо мушку поменять, потому что эта мушка уже мокрая, очень незаметная. Нет, конечно, не заброшу. Что-то опять всякое дерево поплыло. Да, ну надо им поводок поменять.
Тихо, ничего. Да. Вот. Наметилось движение. GoPro, стоп видео. GoPro, выключись. Вернулся назад в самом низу, куда спускался. Было два выхода, один очень далеко, один поближе. Тот, который поближе, зацепил, подержал достаточно долго и сошел он. Сюда подъехал. Здесь выходит один, далеко, но выходит. Попробуем где-то вот здесь. Подождем. Ну вот, как всегда, приходишь, они затихают. Да. Thank you.
пустые, эти бутуси. И ты куда пошел-то? Ты же знаешь, что здесь ямки. Вот такой закат. То есть завтра будет переменная облачность, тепло и ветер. Выходов никаких. Надежда у меня, конечно, на ночь здесь слабая, но охота пуще неволи. Приехать сюда и не дождаться ночи, ну, как-нибудь часик-то подождем. Сейчас время минут 20-25 9-го. Полная тишина, полная, даже мелочь притихла. Ветер сменился на юг, юго-восток, юг-юго-восток. Тишина, даже далеко ни одного выхода, то есть все замерло. Ну или замерзло. Да, ветер крепчает. Ладно, пойду обратно. Днем выходил вот здесь практически, вот по строечке. Но вышел два раза, пока я дошел. Он перестал выходить. Соответственно, где он там стоял, кто его знает. Время. Без 23 минут 9. Надежда на ночной выход у меня очень слабая, потому что обычно перед ночным выходом у берега харю все же начинает выходить на дальних струях за несколько, ну, за некоторое время, за час, за два. Редко она выходит. Сейчас тишина везде. Ничего нет, совершенно тихо. Начались закаты такие, что мама не горюй.
пока что есть одиночные выходы. Одиночные в смысле один хариус один раз. Недалеко от берега. Ну, судя по выходам, хариус не мелкий. Но он выходит один раз и все, затихает. Или просто идет дальше вдоль берега. Ну, здесь ловить будет потруднее, потому что в Усть-Балее солнце садится так, что подсвечивает реку на бросок. Здесь подсветки не будет. Ниже нормальная подсветка, а здесь берег все закрывает, подсветки никакой. Ну, закат еще веселее. Тенек завтра должен быть приотличный. Ну что, судя по всему, сегодня я в ночи остался одинок. Вот тут рядышком со мной вышел небольшой, но совсем под берегом. Поймать его там совершенно нереально. Трава, слабое течение. Так что пройдусь еще 100 метров вниз по реке. И буду собираться. Неплохой получился день. Неплохой сегодня получился день. Поймал 7 хороших. Забрал 3 схода очень хороших. Несколько выходов, которые не реализованы. Ну, они были единичные, и что-то там ожидать не приходилось. Вечером, после 6, вообще тишина. И в темноте тоже полная тишина. Редкие-редкие под берегом какие-то странные выходы. На этом, думаю, заканчиваю. Спасибо, до свидания. Но завтра будет просто отличный день.